Ребята, всем привет! Продолжается ежедневный марафон ежедневных видео. Сегодня такой будет необычный день, потому что, как говорится, я уже полдня потратил на то, что я делал. Такая небольшая подработка. И потому снимать не было времени. И вот я решил показать, что делал целый день. Не целый день, до 2 часов дня. Сейчас примерно 3 часа. Сейчас получается на носу выборы, все активно вешают свою рекламу, те, кто участвует в выборах. Ну и я вот получается рисую эту рекламу иногда. Получается, я рисовал рекламу для партии «Радикальная партия» Олега Ляшка. Получается, было мне задание нарисовать борт с размером в ширину 6 метров, в высоту 3 метра получается. Присылают мне файлик. Первый файлик — это получается кандидат от этой партии. Вот такая вот женщина, не знаю, кто она такая, первый раз ее вижу. И второй файлик, который присылается, это брендбук. Это получается требования к рекламе. Тут написаны цвета, какие должны быть, логотипы, шрифты. Так, он как цветное, как черно-белое должно быть. Написано, как не должно быть. Шрифты, которые должны быть. Ну и тому подобное. И вот получается борды. Сказали, вот такой вот рисуешь. Типа такого. Название партии остается. А вот эта большая надпись уменьшается, сдвигается в угол. А по центру ставится фото данного кандидата. Получается, первым делом, что я делал, это запускал это фото отдельным файликом. Удалял все прыщи всякие, там родинки. Короче, ретушировал лицо ее. Потом запускал Photoshop, туда вставлял логотип, эту надпись. И вот первое, что получилось. Вот это сделал, отправил. Жду ответа. Говорят, типа, плечо обрезано, так некрасиво. Ты либо сдвигай его в сторону, либо дорисовывай плечо, либо сбоку серую полосу рисуй. Делаю следующее. Здесь я дорисовал плечо. Здесь я сбоку поставил серую полосу. Здесь я плечо уширил, потому что там сейчас здесь и здесь. Сказали, сильно худенькое плечо, надо пожирнее плечо сделать. Сделали плечо пожирнее. Дальше. Перенес в бок. Дальше. Дальше, получается, забыли мне сбросить ее имя, фамилию, чтобы вставить. Я вставляю имя, фамилию, делаю 1, 2, 3, отсылаю. Это уже примерно прошло пару часов. Жду. Сказали, под наклоном сделать надпись. Делаю 1, ну, под наклоном фамилию, 2, 3. Делаю, отсылаю. Жду. Сказали, тут потом на шее белая полоса, не загоревшая. Надо ее загаром покрыть. Ну и здесь я уже, а ну, думай, полосу эту убрал. Теперь сказали так сделать. Снизу надпись, тут имя, смс-ка. Пропустим. Сделаю такое, отсылаю. Дальше. Букву Т. Я неправильно сделал. Я букву Ш на букву Т. Так, сделал. Еще выше поднял ее. Вот это я плечо дорисовал. Точнее, это уже локоть дорисовал. С такой буквой Т. И с такой буквой Т. Отсылаю.
смотрят, смотрят, сказали, получается, это все подходит. Короче, выбрали вот такой вот вариант. Вот такой вариант будет у нас по городу висеть. Потом я отсылаю, это все ж эскиз. Потом начинается рыться подходка к работе. Точнее, не к работе, а к печати. Для этого получается в фотошопе все-все слои. Там же получается в фотошопе, когда рисуется, каждый элемент рисуется на отдельном слое. Слой. Такой файл, кажется, на распечатку не принимают. Нужно его все слепить в один слой. Одним рисунком сделать, во-первых. Во-первых, это все рисуется сначала в формате RGB. Такой рисунок тоже на распечатку не принимается. Его нужно перебить в формат SMOG. И сохранить это все в формате TIFF. И только потом отправляется на печать. Сам файл как бы получается 100 мегабайт завесил. Почту такой файл не перебросить. Я для этого использую файлообменник XUA. Туда загружаю этот файлик и просто уже через почту отсылаю ссылку. Потом они тут по этой ссылке скачут файл и печатают его. Ну вот, в принципе, и все. Вроде бы мелочи-мелочи, а времени потратятся на это полдня до обеда. 4 часа, точнее сказать. Да, 4 часа. Кстати, в описании будет ссылка, как я это все рисовал, я это все снимал. Вот там будет все, кажется, в ускоренном виде. Кому интересно, можете посмотреть. Ну это, в принципе, все. Всем спасибо за внимание, всем пока.